Je tu ďalší diel série Ukrajinský zetím, som v kapitole čísla 2. 22 studenty. 22 študentov. Dvadsaťdva hodín. 23 dolárov. 23 dolary. 24 dolary. 24 dolárov. 24 hodín. 24 hodiny. 23 dolary. 23 dolárov. 23 hrivien. 23 hryvni. 22 hryvni и 22 доллары. 23 гривен. А 22 долларов. 21 година. 21 година. 22 година. 22 години. 24 години. 24 години. 23 гривні. 23 гривен. 21 студентов. 21 студент. А 22 студентов. И 22 студенты. 22 гривні. 22 гривен. 24 гривен. 24 гривні. 22 гривен. 22 гривні. А 22 долларов. 22 доллары. А сам то пригодила. Пресне наопак. 22 гривни. Также 22 гривни и 22 доллары. Так, то была озасна хиба.